Вечер вторника, и как всегда в эфире телеканала «Югра», программа «Прямо сейчас. Прямая линия». В студии Виталий Сапрыкин. Мы в прямом эфире, и если есть злободневные вопросы, звоните к нам в студию по телефону 393-888. Код Ханты-Мансийска 3467. Это у нас первый эфир в новом сезоне. Летние каникулы закончились. У кого-то был отдых, но уж точно не у пожарных. Я думаю, этот год запомнился не только карантином, но и лесными пожарами. О том, что происходило на просторах Югры, сколько чего горело, закончилось ли все это, мы поговорим с главным защитником лесов югорских от огня, директором базы авиационной и наземной охраны лесов Иваном Шевцовым. Иван Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот на 25 августа что у нас сейчас происходит в лесах? Горим, не горим? Как ни странно, все спокойно, все хорошо, все добре. С пожарами уже неделю мы не работаем. А с чем это связано вообще? Ну, наверное, с погодными условиями, что у нас чередуются осадки, наверное, через день, а то почти каждый день. И поэтому мы радуемся этой погоде. Вот. Жители, наверное, огорчаются. Мы, наверное, после трудовых будней, как бы сказать, отдыхаем. Но отдыхаем это не все отдыхают. Кто-то с документами работает, а кто-то в лесу пашет на лесохозяйственных работах. Вот об этом поговорим, кстати, о вашей, я их называю, непрофильной деятельности. Вот, это мое личное оценочное мнение. Да. Вот, а в этом году, вот вы у меня были где-то в апреле, помнится, перед пожароопасным сезоном, и вы делали такие прогнозы, ну, такие, скажем, интересные, что июнь будет жаркий, август гореть будет, а июль нет. Вот оправдались прогнозы или наоборот все произошло у нас? Ну, в какой-то степени у нас пожароопасный сезон в этом году начался в мае месяце. То есть деньки первая декада мая было очень жарким. Я, наверное, и не помню такой температуры, коли жителем уже являюсь более 30 лет от Дымосийского автономного округа. И температура до 30 градусов в мае месяце, это, конечно, аномально было очень жарко. И что обусловило возникновение лесных пожаров? Мы потрудиться успели за 10 дней. Ну, весенние пожары для лесного пожарного – это радость. Почему? Потому что пожары тушатся очень легко, они не углубляются, и поэтому с пожарами этими наши лесные пожарные разбираются довольно успешно. И эти пожары, как бы, в силу тех обстоятельств находятся недалеко от населенных пунктов, как бы сказать, не на удалении. Поэтому оперативно были все эти пожары потушены на незначительных площадях. И как, первые сутки. Когда самое веселое время началось у вас? Ну, веселое время нас также потревожило немножко июнь месяц. Но в июне также благополучно мы справились, потому что был период не совсем длительный, что не характерно тоже для лета. Ибо лето начинается в июне, но никак не начинается в июле. А июль оказался, это у нас было два этапа. Все началось с Советского района, именно по количеству пожаров, по значительной площади. В середине июля месяца, как бы сказать, 3-4 лесных пожара, которые возникли и от города Советского, и города Югорского, не на большом расстоянии один лесной пожар. Один пожар действовал недалеко от города Зеленоборского, это тоже Советский район. Вот. И эти пожары, как ни странно, от населенных пунктов распространились на значительную площадь, что потребовалось наращивать ресурс, и как авиационные, и также людские ресурсы. Это и парашютисты пожарные были привлечены из других районов, это как и с Нижневартовского района, Скандинского района работали в Советском районе. То есть весь ресурс, который был свободный, был стянут именно в Советский район. Там, кроме той температуры, а еще и преобладали в эти дни именно проход грозового явления с сильным ветром, ураганным ветром, можно так сказать, которые пожары распространились мгновенно на значительную площадь. Вначале мы не смогли справиться. Потом наращивали ресурс как людской, так и технические средства. Конечно, в этом нам не одни мы были на переднем плане с тушением лесных пожаров, потому что один пожар работал Лукойловской, там, так скажем, где нефтянка находилась. То есть Лукойловцы вам помогали, получается? Да, да, да. А вообще, насколько... А они именно отстаивали свои объекты, ну, с нашими ребятами, конечно, работали на Крамке. И приходилось там, они жестко работали совместно. Это где-то не более недели они работали с этим пожаром.
Ну, потушили хоть, ну? Да, пожар именно остановлен был, и угрозу, как и населенные пункты там были два, как таково, не допустили огонь в населенные пункты, объекты экономики. С пожарами, конечно, справились. Но этим не закончилось еще. Сразу же пошла вторая волна. То бишь мы с этими крупными вроде бы пожарами разобрались, и погода немножко помогла. Но пришел второй фронт, это именно грозовой, и он также добавил по советскому району значительное количество лесных пожаров. И плюс он сместился в восточную часть, это охватил Кандинский район, южную часть Кандинского района, также Ханты-Мансийского района. Ну, вот мы как раз с вашими сотрудниками летали в Ханты-Мансийский район и собственными глазами видел, что бывает после грозы. Вот, когда летишь на вертолете, и вот эти вот точечные огни, вот там везде, ну, дымы, скажем, видимо, как било, наверное, да, вот это. Ну да, проход грозы, именно когда она проходит, иногда отдельные летчики-наблюдатели насчитывают, наверное, в момент пролета до десятка лесных пожаров. Да, так вот. Прямо видно, что вот. Да. И эти месте пожары распространялись, ибо сухо было очень в лесу. И пожары возникали на беломошниках, да. А потом переходили и в зеленомошники. К этому времени уже как бы болота все подсохли, и нам не болота уже как бы и не помогали. А вообще, как можете охарактеризовать пожароопасный период этого года? С чем можно сравнить? Сильно горело? Ну, я сравнение, если брать пятилетние данные, то можно близок год был, это по количеству пожаров, 2006 год. 2006, да? Да. 2016 год, да. Недалеко мы заходим, там тоже было, у нас в этом году возникло и было потушено 485 лесных пожаров, то в 2016 году было 429 лесных пожаров. Но площадь сегодня у нас 142 тысячи, а в 2016 было площадь, составляла лесных пожаров всего лишь 6 тысяч. И тогда горел в основном Кандинский район. Мы работали именно на Кандинский район. А сейчас горел Советский. А сейчас у нас три района были передовики. Это очень-очень, это Советский район, и как по количеству, так и по площади. И также горел Кандинский район, это северная часть, которая была, как бы сказать, здесь. И Ханты-Мансийский район. Это, как бы сказать, они территории рядышком. Здесь действовало до десятка, а то и более лесных пожаров, тоже сложные пожары. Вот просто, чтобы понять объем, 148 тысяч гектаров выгорело, ну там или повреждено пожаром, или оно сгорело, да, полностью как-то? Ну, я не могу сказать, что это полностью, ну как бы. Огонь прошел вот эту площадь. Да. Это сколько от лесных массивов округа, чтобы понимать, насколько это большой объем? Ну, площадь нашего гослесфонда 49 миллионов, а брать 142 тысячи, это нулю впереди все. Это 0,01%. Да, да, 1%, даже мы не умещаемся в 1%. Это незначительная площадь, которая покрыта лесом у нас. И то есть это не означает, что это, если этот пожар прошел, там, там все погибло вообще-то? Ну, где верховой прошел, конечно, это большой, значительный урон, как бы сказать. И особенно вот эти июльские пожары, конечно, это проблемные лесные пожары. Придется восстанавливать эти леса. Угу. А может ли получиться так, что сентябрь нам еще даст прикурить? Не, думаю, что нет. Настолько прошли обильные осадки, и температура сегодня, и такой прогноз у нас, не более 20 градусов. Температура для лесных пожарных комфортная до 26 градусов. А если она выше, как в этом году было 38 градусов, и порывы ветра достигали до 30 метров в секунду, это, конечно, что-то невероятное. Это что-то близко туда, как Канада горит, наверное, как Калифорния. Вот. Но мы же, как бы, я понял, вот если говорить о прикурить, да, вот кто виноват в большинстве лесных пожаров вот этих? Природа или это человеческий фактор? Ну, нам, конечно, мы, как главный определитель лесного пожара, это является летчик-наблюдатель. Угу. И когда он обнаруживает лесной пожар, он смотрит, первое, это есть ли населенные пункты рядом с лесным пожаром. Второе, нету ли объектов экономики. Если этих нету, и ничего нету, как бы сказать, он не может усмотреть сверху, что все-таки, от чего возник лесной пожар. И он ставит его, мы не можем, неизвестную причину, и даем его, ну и на аналитику, наверное, включает, были все-таки грозовые явления накануне или сейчас, даем грозу.
И у нас в процентном соотношении где-то грозовое явление, возникновение лесных пожаров составляет более 90%. То есть это все-таки природа виновата, да? Да. Большинство мы относим как бы к природе. Но это не говорит тот факт, что действительно подтверждение сегодня грозовое явление. Ибо лесные пожары даже были у нас в Кандинском районе, это рядом с поселком Луговой. Там возникало два лесных пожара. Один из них даже угрожал населенному пункту, где мы подключали там и авиационный ресурс, и наращивали людской ресурс, и принимали, спасибо, местное население в тушении этом лесном пожаре. Поэтому весь ресурс привлекался. Были поджоги? Вот хоть раз ловили поджигателей? Ну, если в это время, я так полагаю, что было, наверное, созревание уже, как ни странно, в лесу и созрела это и черника, и другие ягоды, может быть. Я думаю, что человеческий фактор – это однозначно с населенным пунктом. Что, то есть да, кто-то что-то там, да, прикурил. Зеленоборский пожар тоже оказался. Это разгильдяйство тех людей, которые что-то там осуществляли, то ли занимались какой-то, ну, как бы сказать, причина еще не до конца. Но грозовой пожар определили мы вначале грозовой, а потом он был переквалифицирован и все-таки отнесли к местному населению. Я почему спрашиваю еще? У нас расхожее мнение такое есть, что вот прямо говорят, вот специально поджигают лес, чтобы скрыть незаконные вырубки. У нас в округе это вообще актуально? Это вообще есть такое? Я думаю, что нет. Нет такого. Чтобы просто... И как можно сказать, вырубки вообще пожарам? Ну, если там занимается, вот, где мы, как бы сказать, и видели это, серьезный пожар зеленоборский, не думаю, что там заготовители, там, да, присутствуют мелкие заготовители древесину, но как такового факта нету, что именно есть поджигатели среди лесозаготовителей. Ну, то есть ни разу с таким не сталкивались? Мы нет. На территории Хандрусии. Ну, это, наверное, больше говорят про Дальний Восток, где действительно лес там добывают. Ну, может быть. Пород. Может быть, да, нет, да? То есть, да. То есть незамечены. Вот у нас сложная обстановка была с пожарами, но, опять же, ваши сотрудники летали за пределы региона помогать другим регионам. Вот как это коррелируется? То есть как это... Ну, у нас погода позволяла тогда. Начало июля месяца и конец июня был у нас прохладным. Угу. Погода была не совсем, так скажем, не пожарная. И, то есть могли помочь, да? Да, и было обращение авиалесоохраны для оказания помощи Якутии. Якутия? Да. Обратились к нам и в количестве 50 человек, и заплюсовались еще пожарные, лесные пожарные, это с Тюмени, 90 человек, 2 июля были отправлены в Якутию. А что там в Якутии, совсем все плохо было? Но оно и сегодня еще плохо. То бишь, они практически, начиная с июня месяца, сегодня вот подходит уже август, то бишь не действуют, как бы сказать, крупные лесные пожары. Uh-huh. Ибо я, общаясь с руководителем авиалесоохраны Якутии, у них сегодня проблема, если мы у них были также проблема грозовые лесные пожары, природные пожары, то бишь сейчас по всей территории, наверное, России почти открылась охота, и вот сегодня беда для них, это именно охотники, как отмечает руководитель авиалесоохраны Якутии, что именно местное население. Именно охотники. Да. А у нас такая проблема есть с охотниками? У нас проблемы такой, как таковой, нету. У нас все-таки, наверное, леса, которые примыкают к водоемам, они все как бы подтоплены. И сегодня в то время пошли уже осадки, температура упала порой в ночное время до 8-9 градусов. Это все-таки. Холодновато для пожаров, да? Как часто к нам в округ прилетают министры на пожары? Как в это лето? Да. Два министра. Зачем прилетали-то? Лесной министр, то есть природные ресурсов, так скажем, был министр. И министр, главный министр по чрезвычайным ситуациям. Ну что, у нас прямо такая чрезвычайная ситуация была, что ж министры прилетели? Ну, как бы, я не скажу, что мы самые-самые, ну, на какой-то период, что было немножко тяжеловато, как бы сказать. Ну, было отмечено министром нашим природных ресурсов, что все здесь у нас в территории, как бы, развернут очень широко авиационный ресурс именно для тушения лесных пожаров. И
те ресурсы, которые обладает авиабаза, тоже широко использовались. Это парашютисты пожарные, десантники пожарные. То бишь, но кроме этого, на лесных пожарах, особенно в городской черте, и в основном-то тушился и нашими силами, это, который пожар угрожал, как советскому, так и югорску, привлекались работники МЧС. Они в основном там именно технические средства были привлечены. И, ну а мы в основном работали именно авиацией. Как министры-то оценили? Оценили очень высоко, как бы сказать, что действительно в России Ханты-Мансийская база авиационная и наземная охрана является ведущей авиабазой среди всей России нашей авиасохраны, что именно отметил, что парашютная служба, нету такого ресурса в других субъектах. У нас это все нормально. Ну и также авиационный ресурс. Сегодня, как бы мы ни говорили, что сегодня Ан-2 это уже ушедший этап, но он сегодня работает еще довольно исправно, именно для десантирования к месту лесных пожаров. Что не могу сказать по другие субъекты, ибо не в полном объеме это используется авиационный ресурс. Ну, Ан-2 вообще уже их остается все меньше и меньше. Там, вот мы летали, кстати, с вашими ребятами. Опять же, самолету было 47 лет Ан-2. Вот мы посмотрели, год выпуска 47 лет самолета. То есть такие вот есть, вот, летают. Я имею в виду, к чему это все спрашиваю. Вот вы на чем сейчас собираетесь в ближайшее время летать? Ну, я думаю, что Ан-2 еще на 5 лет-то точно хватит. Но есть другие самолеты, Ан-3 и другая авиация, которая именно... Она вообще поступает, малая авиация-то? Немалая, это мы так отнесем, она уже более, так как сказать, которая именно десантирует. А малой авиации тут очень много ее, но она не вся, конечно. Малая авиация у нас сертифицирована, чтобы могла работать именно по обнаружению и по обнаружению именно лесных пожаров. Ну просто вот модернизация какая-то будет, потому что Ан-2 действительно они отойдут в итоге, ну, чисто по возрасту самолеты. А что их заменят вообще? Ну, я как бы сказать, у нас тоже был когда-то так спад авиационной составляющей и парашютистов пожарных. Я считал, что да, скоро у нас совсем уйдет Ан-2. Ну а он сегодня он уже, не уходит. Да, 30 лет работает, и мама не горюй. Без разницы. Поэтому я думаю, что еще долго-долго будет трудиться. На советских самолетах мы еще полетаем. Я могу отметить, также в Америке используется именно для десантирования самолет «Дуглас», который еще старше нашего самолета Ан-2. Да, так они с войны, со Второй мировой. Да, так что. Вот авиалесоохране сколько лет у нас исполнилось в этом году? 27 лет. 27 лет. Вот, да. Ну, и как было отмечено, одна из лучших, да, служб. Что изменилось за эти годы? Вот можете вспомнить, там, вот 20 лет назад что было? Ну, кардинально что-то поменялось? Да. Если у нас был составляющий, это сегодня, ну, летчики-наблюдатели, наверное, всегда у нас были, мы не транжирили, и, в принципе, у нас летный состав этот, именно летчик-наблюдатель является это ударной силой нашей, он организует, он и обнаруживает лесные пожары, и поэтому все ложится на него. Но парашютная служба, конечно, мы развили очень кратно, то есть трехкратно, наверное, количественно увеличили. А и сегодня модернизировали сколько, да? Купола, которые работали, у нас было их недостаточно, то сегодня мы на пятилетку вперед уже, у нас достаточно куполов, и которые мы можем проводить, как бы сказать, и готовить тех отток у нас парашютистов. Если не 20%, то иногда на 30% уходит народ. А почему? Почему ну, такая текучка? И молодежь, когда познает, как бы, вначале отток приходит по каким-то медицинским показаниям, по каким-то стрессовым ситуациям, то есть самолет Ан-2 садится, и перегрузки сказываются. И, да и вообще как бы так прыгать да, с парашютом в лес. Тяжеловато это. И на первом этапе происходит отток. Потом, когда получается, начинает знакомиться с лесным пожаром уже на земле, и что там приходится работать именно с лопатой,
ибо других подручных средств на тушение и локализацию лесного пожара, как лопата, топор и рюкзак воды 20 литров, ничего другого мы пока и не придумали. И что можно сегодня доставить? Самолет и может только доставить. Это группу десанта в количестве 6 человек и с ними груза 300, 300 килограмм. Больше туда просто... Нет необходимости. Ну, то есть люди просто как бы... То есть текучка кадров есть, да, вот у вас? Да, именно парашютные службы. Именно парашютные. Да, десантные. На что может рассчитывать? А вообще человек может прийти с улицы и сказать, я хочу быть пожарным парашютистом? Ну, к нам много приходит, но отток уходит где-то с нового состава. Начинаем группу готовить 30 человек, а с 30 остается тех, которые уже готовы именно на тушение лесных пожаров. Это будет 20 человек. В этом году мы уже приступили к подготовке пожарных, то есть к подбору их. И где-то учеба уже начнется, наверное, в сентябре месяце. А кто эти люди в основном? Ну, это молодежь или... Да, в основном это молодежь, лица достигшие. У нас парашютистом пожарным может быть человек, достигший 18 лет и физически здоров. То есть проходит медкомиссию, где дается председателем врачебной комиссии дается заключение о годности его работать именно с вредными условиями. Это тушение лесных пожаров. А он вообще до этого... обязан был прыгать с парашютом, то есть или нет, с нуля можно? Мы с нуля. То есть вообще человек приходит, он ни разу не прыгал с парашютом, вообще не знает, что такое, да? Ну, готовим психологически его, и морально, и физически, как бы, за этот период, который... В принципе, у нас курсы где-то, они... Что касается парашютной службы, подготовки, она продляется где-то чуть... Около месяца. Ну, остальные дисциплины еще месяц. Вот в итоге получается 2 месяца подготовка. И за 2 месяца вы можете подготовить пожарного, который прыгнет в лес и начнет тушить? Нет, это первый этап. Да. Первый этап, что он получает свидетельство парашютиста пожарного. А потом еще перед началом пожароопасного сезона мы его уже готовим к производству. Он осуществляет производственные прыжки, так скажем, на лес. Сколько платите людям? Ну, если говорим молодежь, конечно, я, как бы сказать, это не густо. Но те лица, которые уже наработали, и особенно в этом году поработали не в режиме ЧС, довольно те, которые, как скажем, у нас более 20 лет в службе, то я думаю, что сумма превышает 3-4 раза от того перворазника, который начинает работать. По сумме не скажете, да, с чего? Если имеет, как бы сказать, квалификацию полную, и в этом году, так сказать, скажем, инструктор заработал, наверное, чуть более 100 тысяч рублей. В месяц, да? Да, в месяц. Но это тот человек, который работал в лесу, можно сказать, 30 дней. У вас вообще, кстати, я так понял, что там достаточно интенсивно в этом году, наверное, в любые годы работают в лесу люди. Там они по неделям живут у вас, да, там получается? Безвыездно они минимум это 15 дней, как бы не выезжая, а кто-то даже и до 20 дней, как бы. Но это чисто физически тяжело, потому что мы там побыли чуть больше суток с оператором. Мы там ошалели вообще от этого, ну, от того, что... Ну, конечно, условия, это и температура 30 градусов, это и вредные насекомые наши, которые, как бы сказать, и в глаза, и куда-то в части тела. Ну, ребята уже приучены, как бы проблема. Ну, да, там закаленные такие мужики. Вообще, у вас как-то защищенность есть, да, вот несчастный случай случится с пожарным? То есть это он застрахован как-то? Да, все пожарные и летчики-наблюдатели, все работники, которые работают с лесными пожарами, они страхуются. Пусть это незначительно, но они в этой части, все лица должны быть застрахованы. Угу. Ну, я так понимаю, что... Вот давайте, если очень коротко, вы же еще не профильными делами занимаетесь? Ну да, да, конечно. Лес сажаете? Да, и весной, до начала пожароопасного сезона, и с начала пожароопасного сезона занимаемся лесохозяйственными работами. Это и как посадка леса, и посев леса. Также уход за лесом осуществляем. То бишь полное разнообразие. Это набирается чуть больше 30 видов, которые мы проводим, так сказать, в лесу. То есть не только тушите. Ну вот, наше время в эфире подошло к концу.
Благодарю Ивана Петровича и всех в его лице сотрудников авиалесоохраны, давайте так назовем, за их важный и нелегкий труд. И желаю, чтобы следующее лето было жарким, долгим, без карантина и пожаров. Вам меньше работы, да и лес целее будет. Посмотреть эту программу, еще раз послушать ответы эксперта вы можете на портале yugra.tv.ru. Я с вами прощаюсь, до следующего вторника на телеканале Югра.